В Центральной детской школе искусств прошли первые выпускные экзамены. Вместо сочинений и математических задач – произведения Баха, Бетховена и Моцарта. Накануне перед строгой авторитетной комиссией играли уже бывшие ученики духовых и ударных инструментов. Многие ребята к этому дню готовились больше года. О необычном испытании расскажет Юрий Камышный. Начинаем выпускной экзамен отделения духовых и ударных инструментов. Власов Руслан, 5 класс, ударные инструменты. Белла Барток, минуэт, исполняет ансамбль ударных инструментов с роялем. Солирует ученик 5 класса Руслан Власов. Этим классическим произведением в Центральной детской школе искусств начались выпускные экзамены 2013 года. Каждый выпускник по установленным правилам должен представить три композиции, причем разных авторов. Вот так звучит основная тема из популярного фильма «Пираты Карибского моря» на ксилофоне. Обработка наша, амурская. Пока одни сдавали экзамен, другие за сценой снова и снова заучивали ноты своих произведений. Как и на любом экзамене, каждый хочет получить только отлично. В Центральной детской школе искусств система оценок такая же, как и в общеобразовательных школах – пятибалльная. На протяжении всего года я готовился, чтобы сдать эту программу. И сегодня? Да. Надеюсь, что все будет хорошо. В этом году на отделении духовых и ударных инструментов больше всего выпускается саксофонистов. Юрий Дроздов ждал этого дня несколько лет. Позади ежедневные занятия, конкурсы, впереди поступление в музыкальное училище. Но сейчас главное дождаться вердикта экзаменационной комиссии. Это зависит от того, какое мнение будет у жюри. Ну, я считаю, что для меня это уже большой успех, то, что... готовился много, полгода практически. Музыкальные экзамены – это проверка не только выпускников, но и самих преподавателей. Неудивительно, что члены комиссии в этот день волновались так же, как и их уже бывшие подопечные. Любой экзамен – это и есть еще оценка также преподавателя. Понимаете, его работа. Если преподаватель где-то относился немножко, как говорится, халтурно к своей работе, то и ученик также будет играть. Концерт, как здесь говорят, окончен. Оценки за музыку только положительные. После духовых и ударных свое творчество покажут пианисты и скрипачи. Юрий Камышный, Иван Сюмак, новости дня, информационное агентство «Порт Амур».